Август – самый щедрый месяц в году, пора сбора урожая и заготовок на зиму. А еще август – месяц спасов. По традиции, сначала отмечается медовый спас, затем яблочный, завершает череду празднования ореховый спас. Спасы. В эти церковные дни чествуют Спасителя Иисуса Христа, благодарят Его за природную благодать и хорошую урожайность. Первый медовый спас мы отпраздновали в пятницу, 14 августа. По древним поверьям, с этого дня пчелы прекращают выработку меда. Пчеловоды с наслаждением собирали и освящали медовые дары в церкви. Считалось, что собранный мед целебный. Им угощали знакомых, пекли пряники и блины. Второй спас яблочный у православных христиан отмечается 19 августа, среда в этом году. С наступлением яблочного спаса на Руси принято проводить процесс прощания с летом и активно собирать созревший урожай яблок. Их освящают в церкви, делятся друг с другом, пекут пироги, делают варенье. Ореховый спас, по-другому хлебный, назван в честь начала сбора урожая хлеба и орехов. Празднуется 29 августа, в 2020 году это суббота. С орехового спаса хлеб начинали печь только из освященного в церкви зерна нового урожая. Накрывали стол из испеченных мучных изделий, за которым трапезничала вся семья. Главным отличием орехового И на сегодня это все. Хорошего вам настроения и только приятных новостей.